Продолжаем. ОБС вроде крашнулось. Тут у нас Дэми Маска. А где это у нас Дэми Маска? Я ее не вижу. Хм. Добро пожаловать в Кабанью Голову. Ривелио. Садитесь где угодно. И именно понял сюжетное то, что миссия, оно взяло и крашнулось. Вроде ОБС крашнулся. В прошлый раз так же вроде было. 30-я версия, блин, я ее хвалил. Она вроде неплохая. Но, сука, то, что она крашится, это очень плохо. Почему бы это, да? С чего это? Дэми Маска. Блин, сейчас не вижу ее. Стоит, может, где? В столе. Я как раз перезашел в игру. Должно быть получше с производительностью. Хорошо, ладно. Не вижу этой Дэми Маски, честно слово. Встретись с Лодгаком рядом с гробницей ведьмы. Ну, типа, мы договорились, то, что нам придется друг другу поверить, правильно? Ну, я не думаю, что он плохой какой-то герой. Вот. И нам надо, получается, что-то забрать, что ли? Где вход только волшебникам. А что это за реликвия, которую мне надо раздобыть? Ценная фамильная реликвия, известная как шлем Урткота. Одна ведьма считала себя ценительницей древности. Она купила этот шлем как простую безделушку. Ее не волновало, как к этому отнесутся гоблины. А ведь гоблины считают, что любой предмет принадлежит тому, кто его создал, а не тому, кто купил. Волшебники смотрят на это иначе. Удивительно, что гоблины и волшебники в принципе способны сотрудничать. Между нами огромное количество различий. Это уж точно. Это уж точно. Вы, возможно, удивитесь, но я не считаю эти различия непреодолимыми. Именно поэтому я решил отправиться к гробнице вместе с вами. Гробница. Пробуем вот эту камбу. Испытание Мерлина тут. Ривелио. А эти просто камни поджечь, что ли? Меня будет ждать? Ну, реально, пока по пути. Почему бы и нет? Конфринго! Левиоса! Инсентио! Экспеллиармус! Это я не... Я не помню, что тут делать надо. Ну там внутри этот. Кристаллы эти. Что-то идей нет даже. Десцендо! Акция! Левиоса! Десцендо! Дефиндо! Глациус! Ладно.
Ладно, он меня догоняет. Ну, если мы будем бежать, да. Он тоже будет бежать. У нас зимой идет дождь. Вообще трэш. А, вот и она. Могила ведьмы. Да, жуткое местечко. Желаю удачи со шлемом. Волшебная палочка должна дать вам преимущество. Пока мы еще здесь, хотите о чем-нибудь спросить? Не знаешь, с чем я могу столкнуться, когда отправлюсь в гробницу? Учитывая, что в деле замешана темная ведьма, есть вероятность, что вам повстречаются темные сторожа, инферналы. Злобные существа, питающиеся тьмой и холодом. С ними нужно бороться светом, силой, а самое главное — огнем. Что в этом шлеме такого особенного? Шлем Урткота — это древняя легендарная реликвия, выкованная во времена, когда кланы гоблинов были едины. Он внушал чувство величия, пока оставался нашим. Сейчас это совершенно иная вещь. Символ всего, что было потеряно, всего, чего нас лишили волшебники. Вернуть его было бы очень важно для гоблинов и для Ранрака. Он будет благодарен мне, если я его верну. Судя по всему, Ранрак сговорился с Руквудом. К чему бы это? Ну, как мы с ним то же самое. Когда сговариваются люди с черным сердцем, едва ли они честно раскрывают друг другу свои намерения. Могу только строить догадки, но думаю, союз их ненадежный и хрупкий. Будем надеяться, что наш союз не из таких. Мы уже пришли. Думаю, теперь мне все есть. Надеюсь, наш союз будет плодотворным. Еще раз желаю вам удачи. Да, давай. Я останусь здесь и буду с нетерпением ждать вас. Будьте осторожнее. Целая локация. Попрошу заметить. Ривелио. Ну, первым делом. Что у нас тут? Магический факел. Заперто. Что заперто? Вот это? Три бабочки. Все же написано. Мотыльки. Вот она. Любопытно. Очень. Люмос. Вот она. А, так. А, два стоит. Один не хватает. Ривелио. Так. Мерлинова борода. Кстати. Может, что есть? Прикольное. Да нет, вроде нет. 1000 здоровья написано. Защита 152, нападение 137. Хорошо. Хорошо, здесь дроп, в принципе, простой. То есть каждый за этот отвечает за свой параметр. И все. Это явно не гробница ведьмы. Нужно идти дальше. Люмос. А, давай вот это творим, потому что... Так. Вот это, наверное. Ривелио. Да, здесь мотылек как раз. И полезная вещь, потому что... О, шарфик нам дали. Плюс. Вот этот сок, он нам для хилок используется в крафте. Так, используем. Шарфик.
И погнали дальше. Хорошо. Так. А, да, мотылька-то я не взял. Люмос. Иди сюда. Такое ощущение, что здесь кто-то есть. Значит, здесь кто-то есть, если есть такое ощущение. Да. Ну да. Ну, он нас предупредил. Мы сейчас их, блять. Акцио! Инцендио! Экспеллярус! Какая мерзость! Конфриндо! Инферналов только так надо гасить, потому что они... Сундучок. Как же нам до него долезть? Хорошо, хотя бы депульса можно это разбить без бомбарды. Это маленький как бы заграждение, скорее всего, так оно и есть. Так, не запрыгнешь? Ну, надо что-то то, что можно подвинуть. Коробочку какую-нибудь, не? Нету такого. Но он как будто вот прям просится, что здесь должно быть это. Акция. Ну, мне кажется, она разобьется. Да и мы с нее не сможем. Ну, типа, да, на нее даже и не... О! Не знаю, должно было это так работать или нет. Ну, это ладно. О, еще сок. Вообще кайф. Так, босс файт какой-нибудь, а? Угу. Еще мотылек. Люмос. Ну что, хотя бы эти есть. Ривелио. Люмос. Так, два поставил. Ривелио. Вон там еще один. Как нам... Мне кажется, я должен с Вингардиум Левиосой быть. Ну, один там, вон мотылек. Люмос. Он сюда не придет. Похоже, эта шестерня должна вращаться. Как бы заставить ее это сделать? Ну, иди сюда, родной, я тебя понял. Угу. Ну, как-то использовать. А, я понял. А, не понял. Подожди, один. Ну, он на место вернулся. А как ее вращать-то? А, ну, может... Тут такое же изображение мотылька, что и на двери. Депульса! Ну да, здесь все построено на депульса. Хорошо. Люмос. Иди сюда, малый. Ты тут? Ага, ну и все. Ну и хорошечно. Иди, иди. Ага. И отсюда. Сюда. Хорошо. В поисках шлема. Угу. Хорошо, хорошо. Чуть-чуть, да, монеток. Ну и хорошо. Че это за тропинка? Приколы будут? Ривелио. Ёшкарала. Гробница какая-то. Какие-то тут. Акцио.
Нужно заставить платформу придвинуться. Но как? Репаро! Чё? Взяло, что-то поползло и сломалось нахрен. Акцо! Я тебя понял. Ривелио. Что такое? Что-то светится и непонятно, что это. Оно в текстурах типа. Ривелио. А если вниз упасть? То чё? Всё? Кино не будет? Инсендия! Ладно. Не хочется как-то там разбираться. Ну, там пошуруйте, как все забрали такое. Может, там, конечно, секретный вход какой-нибудь, но... Что это там висит? Выглядит опасно. А, да? Ну, это нам, значит, туда. Ничего не поделаешь. Надо спускаться. Ну, подожди. Ривелио. А, ну и вот, кстати... А, другое место вообще. Ну, это легко, мы это... Левиоса. Это я уже на скилле. После комнаты той. Неизвестный предмет для рук. Лего. Скорее всего, будет прям хорошо. Так, первое. Сюда иди. Залази. Ну и маленький сундучок. Ну все. Огромный декоративный стол нам открыт. Там снизу тоже какой-то лут. Сундучок. Плюс перчатки с плюсом. Можно пока их одеть, да? Но они без повышения. Ну, в принципе, ладно. Кажется, крутая шмотка будет прям синенький. Там камушек. А синенький это у нас... Наряд, наряд, что-то там тоже было. Так, где инвентарь-то? А, нет. Наряд. А, ну все хуже. Все окей. Давай дальше. Тоже у нас тут ждем. Ой, бля. Все, озвучить надо. Так. Ривелио. Сколько шлута, ё-моё. Бабочка. Ну, а-а. Акцо. Инсендио. Экспеллиармус. Конфринго. Инсендио. Экспеллиармус. Ах ты, сучка, бля. Конфринго. Конфринго. Ебать, ты видел, что Конфринго делает с прокачанное мое? Конфринго. Это трэш. А еще? Вам мало, да? Конфринго. Конфринго ебанутый скилл. Экспеллиармус. Конфринго.
Эксплерм уже еще дает буст к урону. Поэтому вообще серьезная вещь. Ривелио. Получается. Так, чё, куда? Сюда явно не залезть. Ну, мы везде залезем сейчас. Сначала снизу, да, предметы? Там есть что-то. Бабочка. Куда бабочку ставить надо? Вон вверх три бабочки надо ставить. Две бабочки у нас, я вижу. Подожди. Раз, два, три. Бабочки надо... сюда. Как сюда залезть? Сначала взять нижнюю бабочку и подняться на этот. Репаро. Ту, блядь. Давай не репаро, а люмус. Люмус. Угу. Так, теперь нам надо... Депульсо. Депульсо. Не знаю, направо, давай направо сначала. Залазь ты, ёб твою, блядь. Бугумуть, сука. Дурак, нахуй. Ривелио. Мы все тут заберем. Сейчас неплохо было с против инферналов, я прям уворачивался так. Хорошечно так. Так, что получается, нам надо... Как нам это сделать? Я понял как. Депульса! Люмос. Блять, и упал, прикинь. И бабочку забрал. Похоже, это еще сложнее. Да тихо ты. Ничего сложного. Депульса! Люмос. Просто надо быстро. Раз. Два. Ривелио. Тут у нас больше ничего не осталось. Нам надо забрать как-то ту бабочку и подняться наверх. А, вон еще бабочка есть. Ну и все, вообще без вопросов. Люмос. Все тогда, в принципе, нормалек. Только... У меня же люмус пропанет. Депульса! Вот тяна, а. Люмус. Иди сюда. Ну, окей. В принципе, не очень сложно, но немножко, как сказать-то, странновато, мне. Депульса! Люмос. Ничего. Ну, нормально. Угу. Ривелио. А вот и последнее пристанище ведьмы. Лотгок сказал, что шлем должен быть в ее саркофаге. Блестит, так понял. Просто вот переместиться. А, я могу так. Должно быть, то есть надо сразу. Прихватив шлем. Вот какое это не понравится. Шлема нет, короче. Надо бы показать это Лотгоку. Должен же быть какой-то механизм, который позволит открыть дверь. Так, и у нас тут есть, да, выход.
Хорошо. Короче, печатка только, да? Шлема нет. Кто-то уже облутал. Хорошо. Контрол зажимаешь, и он прям... Крутая вещь. Муж, вечерок. Ладгак, саркофаг разграблен. Мне не удалось обнаружить шлем, только мертвого Пеплама. Черт возьми, они добрались сюда первыми. Нам нужно заполучить его, иначе им воспользуется Роквуд, чтобы выслужиться перед Ранроком. Я видел неподалеку один из их лагерей, но, боюсь, вам придется пойти туда в одиночку. Для меня сражения остались в прошлом. Да. Сейчас же отправлюсь туда. Хорошо. Нам нельзя терять время. Заберите шлем, пока до него не добрался Роквуд, иначе мы не получим вещь, имеющую хоть какое-то значение для Ранрока. Почему вообще? Подумать только. А хоть какое-то значение? Стащить такую ценную реликвию. Лодгак, что делать с теми, кто украл шлем? Боюсь, у нас нет выбора. Мы должны их остановить. Немедленно отправляйтесь в лагерь и разберитесь с ними. Понял, понял. Заберите шлем, пока до него не добрался Роквуд, иначе мы не получим вещь, имеющую хоть какое-то значение для Ранрока. Тихонечку. Вон древний, да, этот. Это место не в лучшем состоянии. Древние выбросы, так сказать, да? Я не помню, что нам за это дают, эксплуатировать, да? Можем сделать пока тут. Так, Б. Кто ходит тут? Для тех, кто не видел. Один раз я это делал. Да, и не самое... Хорошо, метла есть, ёпт. Просто взял вот так, хоп. Так, хоп. Давай, давай. Ревелио. Акция. Кости. Мужики, вы чё? Инсендия! Экспеллярс! Конфринго! Дикие вы типы. Ревелио! Акцо! Инсендио! Экспеллярмус! Почему она так светится? Это плита. Акцо! И лестницу можно, да? Ревелио! Замутить. Инсендио! Экспеллярмус! Так, ну это мы вроде все повытаскивали. Ревелио! Интерактив. Как же? Ну ладно, давай сюда. Было не так уж сложно. Соберите следы древней магии. Ревелио. Как же вот это? Зачем же? Что это? Уж тут сверху чё? Ревелио. Есть какая-нибудь вещица. Почему вот это светится? Акцо. Инсендио. Ревелио.
Ну, смотри, мы потянули, как бы там забрали эту штуку. Акция. А, ну, плиту, да, можно просто сдвинуть. И куда это? А, ну и до конца лестницу достроить. Всего на все, да? Хорошо. Ну давайте за шлемом. Все-таки главная миссия у нас. Это что за хуйня? Трэш. Куда эта хер полетела? Давай-ка не будем затягивать. Меня ждут дела. Давай тебе. Давай их сначала вот этих. Давай попробуем вот эту камбу. Левиос! Надеюсь, у тебя готово. Депульса! Индифиндио! Охуеть! 319! Тебя называют скользким, как Келпи. По-моему. Экспульсо! Инсендио! Блять! Инсендио! Да ёп! Ты бросаешься заклинанием экспеллиармус направо и налево! Экспульсо! Я с тобой, Дефиндер! Конфринго! Инсендио! Экспульсо! Депульсо! Протего! Я уж думал, ты попадешь! Инсендио! Левиос! Не смей делать из меня куколку! Дефиндер! Конфринго! Я заклинаниями хотел их победить. Немного, да. И вообще у меня не то, блядь, заклинание лол стоит. Я не мог это нормально проверить. Что это такое? Ривелио. Что такое? Не понимаю. Уж все вот эти сломать? Не понимаю. Ну-ка, давай посмотрим по карте. Боевая арена темных искусств. Сражайтесь с волнами врагов, но это боевая арена. Использует непростительные заклинания. Также взрывающая конфринга, дополнение к своим уникальным разрушительным эффектам. Непростительные заклинания пробивают все считывающие. Ну нет, нам сейчас это не интересно. Ну, прикольно. 319, вот этот третий скилл у нас, значит, новый, который, блядь. Вечно мне дают самые дурацкие задания. Левиос, десцендо, дефиндо. Прекрасный удар. Конфриндо. Неплохо. Чё там? А, вроде понял. Ну, понял, у меня... Давай попробуем сделать это все-таки. Ну что, таланты есть, очки. Темное искусство и, по идее... Или не темное искусство? Что такое? КП реген. Ключевые. Протега я вообще редко использую. Так, сейчас секунду, у меня этот сбросился. Очень много всяких приколов, что можно реально использовать прям. Ну, как больше контроль. Скрытность, выручай комнату. Темное искусство. Как будто заклинание, да? Заклинание надо. Так, у меня БС, я не вижу. Все, вижу.
Все работает, да, все хорошо. Угу. А. Ну, я предлагаю вот этот приобрести и вот этот. И это будет просто пиздец. А это чё? А, ну это еще больше контроля, понял? Ну как будто не очень сильно надо. Как будто и так хватает пока. Чё у нас там талантов? 4 очка, все так же. Нормально. Пауки. А, подожди, это запретный лес, все. Вот и они. Это пепламбы. Экспульсо! Я видел тебя в деле. Десцентр! Дефинер, освобождение трека. Инсендио! Это была большая ошибка, друг. Я видел там. Инсендио! Не смей! Экспульсо! Дефинер! Протего! Пиздец. Чё так сильно? Чё, тролль, блядь, тролль к нам пришел, а не его пиздят. Мы, короче, все пиздимся тут, блядь. Блядь, это какой-то трэш, нахуй. Экспульсо! Протего! Остолбенеть! Экспульсо! Что думаешь об электричестве? Экспульсо! Ну, вы все меня хотите бить? Пудовцы, так просто! Превосходно! Пиздец, электричество ничего себе! Экспульсо! Блять, ну это просто нахуй, надо мной издевается, блять, игра, ёп. Конфринго! Экспульсо! Экспеллиармус! Сейчас у меня случится! Инсендио! Экспеллиармус! Конфринго! Протего! Экспульсо! Акция! Какое ж... А ты ведь неплохо Incendio. Проводишь электричество, да? Экспульсо! Экспульсо! Экспеллиарм, конфринго! Эй, это моё! Взгляни-ка наверх! Акция! Экспульсо! Я даже не почувствовал! Экспульсо! Протего! Приходи! Ничтожество! Экспульсо! Дальше будет... Блядь, не туда, нахуй! Экспульсо! Ну, почти! Акция! Должно быть где-то неподалёку! Инсендио! Ты в руки не даёшься! Конфринго! Это моё! Ну, такое Протего! Тебя не... Экспульсо! Это атака была, что ли? Акцо! Может, просто... Экспульсо! Инсендио! Ну давай, не поссорься! Я не... Инсендио! Экспульсо! Давай! Гляди, что из-за тебя вышло! Экспульсо! Ты заплатишь! Экспульсо! Левиос! Десцендо! Боюсь, ты сейчас их поедешь! Конфринго! Экспульсо! Экспеллиар! Экспульсо! Инсендио! Экспульсо! Что думаешь об электричестве? Сосси, блядь. Хилок я всосал очень много, конечно. Ну, говорю, пока не приблатыкан, еще это хер подлагивает, блядь. Козлы, блядь. Их понял, а они не под... их не... вверх не подкидывает. Привет, я твой единственный зритель. Привет. Ривелио. Как это вообще называется здесь? Ну, так и будет, да, лагерь, типа. А, давай. Заберите шлем у воров. Заглушение 2 нам доступно, да, на броне, как я понимаю.
я должен найти в этой области. Ну, я думаю, легко. В принципе, в сундуке где-нибудь, да? Вот так. Да. Это тебе за Роквуда! Да хорош вы, бля. Надеюсь, это будет не слишком просто. Акцо, инцендер, Кадзин! Конфринго! Освобождение Нори Трэндл. Твоих рук дело. Сейчас я бы... Десцендо! Дефиндо! Ты чё, ёб... На нахуй. Пацаны, не то... Жаль, что этого никто не видел. Не ваш уровень, ёпт. Я его сейчас быстро начну, бля. Пока. Интересно, в чем прикол? Привет, пока вот это. Ривелио. Ладно. Пешочком сходим, да? Или нет? Сложно сказать, что меня там ждет. Мне удалось забрать шлем у Пипламп. Браво! Это точно произведет впечатление на Ранрока. Этот шлем блестит еще ярче, чем я представлял. Тебе похоже на скам дикий. Какие линии! Потрясающе! Он великолепен! Он великолепен, Лодгок. Понятно, почему ты хотел его вернуть. Забрав его, вы оказали грабителям услугу. Я знаю многих гоблинов, которые убили бы за этот шлем. О, тогда хорошо, что он не останется у меня. Благодарю вас. Теперь нам удастся завоевать доверие Ранрока. Я сейчас же отнесу ему шлем. Может, это отвлечет его от поисков. Поисков? Это так, догадки. Вы произвели на меня огромные впечатления. Хорошо, что я доверился вам. Где-то тут скам жесткий. Скоро все обсудим. А пока лучше держать наш уговор в тайне. Мало кто поверит, что у нас с вами может быть общая цель. Какая твоя цель, ты мне скажи? Я тебе скажу, так это или нет. Ну нах. Я могу в чем прикол реально ну, то есть рулить в этом. В этом деле-то. Приветствую. Будет свободный момент, загляните в три метлы. Мне нужна ваша помощь в одном деле. Моя сестра Анна очень скучает по Хогвартсу, и она в последнее время не в себе. Хочу напомнить о твоем обещании и предложить навестить ее вместе со мной. Во! Я отправлюсь в Фелдкрафт и буду рад там с тобой повстречаться. Это к югу от границы. Кстати, надеюсь, тебе удалось освоить взрывающее заклятие. Одно из моих любимых. Да у меня тут уже вообще... Поскольку вы уже посетили урок по магическим существам, я попросила Дика научить вас пользоваться выручай комнатой. Ривелио! Я так давно не получала вестей от дяди Роланда. Места себе не нахожу от беспокойства. Давай встретимся во дворе. До сих пор я не могу понять, что же тут нужно. Люмос. Да нет. Кинус есть. Репару. Это и не сдвинуть, это и не поджигается, и ничего. Инцендия! Экспеллиармус! Акцо! Инцендия! Охуеть! А чё так жестко? Ну да, но урон большой все-таки. Полетели, ёп, чё, вот это вот хая, вот это вот телепортироваться, да? Весь стрим телепортируемся. К Себастьяну, мне кажется, стоит. Потому что в прошлой серии я писал о нем, но... Ага, я
может, думал, все, ГГ. Что-то я не, блядь, не понимаю. А, о, теперь вот понимаю. Фонтан. Похоже, я уже близко. Тайник замки. Ривелио. Тайник. О, тайник. Блин. А ну видишь, как все, чик-чик. Тайник замки. Это мне через инвентарь, да, смотреть? Письмо, письмо, письмо. Вот здесь, да, да, да. Парящие свечи, карта Артура, древние страницы. Это может. Скелет что-то использует вот это притяжение. Кого не посмотри, дубка возьми, блин. Охранные ключи снова появились. Они же чудесны. Это нам тоже туда надо. Хорошо. Ривелио. А, ну и тут. А, не, ну тут нормально. Тоже немножечко дропа. Этот. Левиоса. Страничку. Ривелио. Ну. Типа это кладовочки такой. Надо открывать все, что и все, что видим. Угу. Ривелио. Аллахамора. Я, короче, к сундукам иду. Ривелио. Неплохо, я тебе так скажу. А, не, я думал, они здесь. А они не здесь. О, страничка. Десцендо! Ёп, не то. Акция! Левиоса! Ах. Ривелио. Жалко. Здесь тут огонек, что ли? А, он сверху. И сундук тоже сверху. Да, здесь мы были. А вот страничка. Статуя сфинкса. Сфинкс — волшебная тварь с человеческой головой и телом льва. Из-за его незаурядного интеллекта и склонности к различным головоломкам и загадкам сфинкса веками использовали ведьмы и волшебники для охраны своих ценностей и тайных убежищ.
Угу. Это где? Я. Ривелио. О, страничка. Ты чё? История на волшебных окнах. На этом наборе витражей имеется изображение Мерлина, четырех основателей Хогвартса и других ведьм-волшебников разных эпох. Ривелио. Тут что-то нифига нет. Хотя область типа здесь. Это мы уже северный зал, типа. Кажется, это наша лестница. А, я правильно иду, значит. Кто-нибудь дайте списать домашнюю работу по зельеварению, а? Мне вот неплохо даются заклинания, так что взамен можете... Похоже на тот портрет с карты. Интересно, где же сокровище? Ага, дверь была скрыта на этом портрете. Ривелио! Интересно, что нашел Артур? Просто рандомный квест, по сути. Ну, блин, не знаю. Стоит? А, где лев? Где лев? Это вот здесь, ну. Или где, бля, где только что льва читал? А, свинкс, точнее, это ебучий. Это мы легко. Вот он. И где? А, о. Иди, иди. Ну, быстро, в принципе, ничего сложного. Почему шар? И страничку. Говорит о каких-то стандартных ингредиентах. Что тут стандартного? Неужели кто-то всегда носит с собой ягоды амелы? А, не с разных, кстати. Он с моего. С этот. Гриффиндор, Чикаг. Он далеко? Не, не очень. Ну так, внезапный доп-квест. Так, веди меня. А то я потеряюсь тут. Ривелио. Никак не могу выспаться. Что тебе удалось узнать? Можно тебя на минуточку? Да, блять, кому из вас? А, вот он. Привет, Артур. Подумал, тебе будет интересно узнать, что карта привела меня к двери, скрытой на портрете. Ох, как ловко! Это тот самый наш. А я к лодочному сараю. Едва успел откопать сокровище, как заметил приближающегося директора. Он прогнал меня, но я ухитрился прихватить парочку галеонов. А ты чего нашел? Я нашел, как мне кажется, форму, принадлежавшую какому-то историку. О, повезло тебе. Значит, наши поиски увенчались успехом. Я правильно сделал, что предложил тебе присоединиться. Что ж, вперед к разгадке следующей тайны Хогвартса. Не найдется ли что-нибудь интересненькое, если покопаться в кабинете у Уизли? Ну, мыло лапнули, 23-й. Хорошо. Так, мне пришлось по... Давайте с Себастьяном, наверное. Волшебные твари, это все как будто следующая надо серия, реально. В тени поместья. Я вообще хотел на прошлом или даже позапрошлом стриме. Я думал, сразу можно, а оно нифига. Прям там? А недалековато ли, братишка? Да думаю, на поезде по... Нихера себе, блин. Ну... Давай. Ближайшего огонька и потихонечку...
Более-менее, может, лутаясь, не знаю, или прям напрямик херануть. Не уверен, что смог бы тут жить. Ты не смог бы тут жить, потому что тут доп-квесты не сделаны. И тут их, значит, кто-то кошмарит и так далее. Давай промежуточный пункт поставим до вот этого огонька. Как это называется? Кинбридж. Я его так и написал? Да. Кинбридж. Тут еще следующий. Ну, они маленькие деревушки, 100%, типа. Или взять здесь пару допов, а то я забуду, бля. Приятно видеть вас снова. Взаимно. Что вам сегодня предложить? А давай, кстати. Ладно, давай, возьмем. Я хочу задать несколько вопросов, если вы не против. Что хотите узнать? Вы могли бы рассказать мне о Кинбридже? Вероятно, вы слышали о тролле к несчастью, обосновавшемся в здешних краях. Держит округу в ужасе, грабит прохожих до нитки. Так что в окрестностях Кинбриджа будьте осторожны. Угу. Никому не пожелаю столкнуться лицом к лицу с этим чудовищем. А как вы оказались в Кинбридже? Я здесь всего несколько лет. Раньше была странствующим торговцем. Это была трудная жизнь, но я не жаловалась. Ну, как-то да. Раз я случайно заехала в Кинбридж и полюбила это место. Я продолжила путешествовать, но душа моя рвалась сюда. Так что в итоге я вернулась и открыла этот магазин. С тех пор живу здесь. Если я только смогу, а я на это очень надеюсь, я проживу здесь до конца жизни. Какими товарами вы торгуете? Зельями. Каждое варю сама только из наилучших ингредиентов. Уверяю вас, подобного у других торговцев не найдете. Даже в Хоксмиде. Ну, это вряд ли. А что у вас можно купить? Что вы сегодня ищете? Стрелочка вниз, мы продаем. А, я не выявил, блин. А я без нее, прикинь, гоняю, да? Так то же самое. Хоть дроп нам хоть что-то дает. Спасибо, что зашли. Пожалуйста. Что у нас вообще стоит? Ага. Я прям вручаю комнату, вернулся сейчас. Угу. Давай. Ну, типа, у нас тут быстрый телепорт есть. Там как раз и растения. У-у-у! Да там вообще сейчас улет будет. О. Дик? А, Дик очень рад вас видеть. Недавно он нашел в комнате эту сумку. Она пригодится вам в учебе. Дик видел такие раньше. Он называет это «Хвать мешком». Начался сюжетный, другой. Ну, я туда вряд ли помещусь. Полезная вещь для ловли и перевозки магических существ. Приятный ветерок. Я все думаю о том, что сказала профессор Ховен. Она считает, что в свободное время нужно изучать как можно больше существ. А еще она упоминала, что поблизости орудуют браконьеры. Так что, по-моему, у нас с существом точно будет лучше. Дик тоже так думает. Вот видите, комната знает, что вам нужно. А Дик может показать вам, как и где пользоваться хвать мешком. Допустим. Тогда идем. Сначала мы попадем за пределы замка. Можем отправиться сейчас. Если не готовы, найдите Дика позже.
Угу. Посадим то, что мы можем взять. То как бы... Что у нас вообще по ресурсам, я бы сказал? Хилки надо делать. Мы как раз его... Второй вот этот нормальный стол купить. Ну, пока купим лавышечку. Тут прикольно, что ты... Сколько у нас бадьяна, ёб твою. На всю игру. А без этого никуда. Хилки нужны. Так, один остался. Хорошо. А, я предлечащий вообще с самого начала хотел, да? Прочные дуэльные перчатки. Хорошо, давай посмотрим на их. На них. 69. Снижает урон, полученный от троллей. Хорошая вещь. Перчатки продать, ну и все остальное. Да? Угу. Возвращаемся на вот этот огонек. Продадим ей эти. Что там, перчатки, да? Интересно, кто тут живет? Кто тут живет? Ну, непонятно. Нихуя, блин, тут передвижение, тебе скажу. Приятно видеть вас снова. Взаимно. Что вам сегодня предложить? А что у вас можно купить? Угу. Что вы сегодня ищете? 2000, да? Хорошо. Я что-то у тебя ценный, конечно, но ебать ты гнёшь, бля. Спасибо, что зашли. Весьма признательна. Угу. Что-то про тролля она говорила какого-то. Или что там? С беглецом, отвага. Блин. Может, по карте будет видно, что тут рядом кто-то есть? Ладно, давай не будем заострять. А внимание на этом. У меня метка что-то непонятно где. А, не, все правильно. Полетели, что? Да, фиолетовый. А там закрытый дом, я помню. Также вдоль дороги. Есть новые локации для нас. Ну-ка, кто там, что там? Акцо! Инсендио! Экспеллиар! Конфриндо! Дефиндо! Ах ты, сучка! Экспеллиар! Конфринго! Еще захват, понял, хрен возьмешь. Ну-ка. Че мучиться, да? Меню испытаний, награды. Да, давно я, кстати, туда не заходил. Испытания, бой. Ну... Ну вот, инферналов 20 штук. Нам дали защиту.
Рецепт с характеристикой снаряжения. Ну да, полезно сюда заходить, соглашусь. Так, на, прокликаю я просто. И все? Не, ну интересные, конечно. Следы из очагов древней магии. Увеличенная вместимость индикатора древней магии. Да, что-то я сразу вообще не забрал. Метла, танец в ночи. Ага, что здесь надо? А, шары. На метле лопать. Я понял. Пять очков талантов. Так мало? Ну вообще бесполезный, сука, скилл. Прям в натуре. Контроля больше не нужно. Ключевые. Более сильный хил от хилки, то есть при low HP она восстановит full. Ну это вообще улет, я бы сказал. Это must have. Больше ревелю. Может быть потом. Как будто. Здесь что? Прямой урон от остолбеней. И идеальная протега выпускает, ну, не знаю. Не знаю, тоже вот это надо, вот это зачем? Протега, остолбеней. Не. Блин, ну баги в игре, конечно, присутствуют. А здесь кто? Тоже лягушка эта ебучая? Экспеллиармус! Конфринго! Хуяси. Экспеллиармус! Инсендиа! Конфринго! Инсендио! Экспеллиармус! Конфринго! Протего! Остолбени! Экспеллиармус! Остолбени! Ну, мы серьезные люди, я тебе так скажу. Вот я сюда летел. Домик тут. Грибы, бля. Северная часть южного болота у моря. Северная часть южного болота. Ваше руководство для волшебников. Весьма лестно, что меня включили в программу. Чё ты хочешь? Что такое? Что случилось? Гоблины! Вот что! Шайка Ранрака! Скверная компания! Устроили на меня засаду! Теперь нигде не безопасно! Мне нужно кое-что, что меня защитит, если я снова на них наткнусь. Зелье Максима! Вот что поможет! На! Вы правы. В округе сейчас небезопасно. Лучше быть поосторожнее. Возьмите. Используйте его с умом. О, так и сделаю. Не сомневайтесь. Сторонникам Ранрака меня не одолеть. И я благодарю вас. Пожалуйста, примите это за вашу помощь. Максимум стоит 500, грозовой только стоит косарь. Акцо! Экспеллиармус! Конфринго! Десцендо! Дефиндо! Конфринго! Протего! Левиосо! Мне и похуй на это Левиосо. Инсендио! Экспеллиармус!
Конфринго! Пригодится, чё? Ух, ёб твою мать. Экспеллиармус! И вторая тут была. Экспеллиармус! Конфринго! Дефиндо! Дефиндо крутой скилл. Ну, дамажный, дамажный прям. Экспеллиармус! Конфринго! Блять, я тут всех что ли соберу сейчас? Блять! Экспеллиармус! Конфринго! Инцендио! Фулл HP! Блин, ну это вообще, я мало... Я бом-бом, бля. Инцендио! Экспеллиармус! Конфринго! Блять. Что-то я херней занимаюсь, мне кажется, да? Инцендио. Дефиндо. Инцендио. Экспеллиармус. Тихо. 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 Экспеллиармус. Инцендио! Конфринго! Дефиндо! Конфринго! Экспеллиармус! Конфринго! Дефиндо! Экспеллиармус! Конфринго! Протего! Всё, хороший. Нахрен, бля. Хватит, мне кажется. У нас все нормально, да? Так, давай дальше по пути. Сюда, да? Полетели. Выходим на курсовую устойчивость. Поехали! По дороге. Мельница. Здесь может быть опасно. Ривелио. Да ну. Здесь может быть страничка. Брошь с драгоценными камнями. Тевна. Ух, это что за паркур? О, прикинь, без метлы. Так. Ну, ты чё? Сука, не даёт мне. Вон. Ривелио. Наверное, нам сюда надо. Не понял. Печально известный враг. А это что? А. Айрондейл. Мы здесь не были.
Угу. Подожди. Крайне-крайне занимательно. Ах, были бы только... Простите, пожалуйста, но мне послышалось, или вы что-то сказали? Да, действительно. Опять я говорю сама с собой. С тех пор, как умер мой муж, я стала довольно интересным собеседником для самой себя. Мадам Альтея Крутникс, приятно познакомиться. Приятно познакомиться, мадам Крутникс. Знаете, возможно, вам будет интересно. Молодежь любит всякие загадки. Мой муж часто размышлял об одной таинственной статуе недалеко от нашей деревни. Все твердил о какой-то старинной загадке, связанной с вазами. Я наткнулась на нее сегодня, когда, почувствовав прилив энергии, решила немного продлить свой утренний мацион. Древняя головоломка, говорите? Любопытно. Вот видите, любопытно. Так и знала, что вам будет интересно. И это я еще не рассказала вам о связанных с ней слухах. Мой муж Гревил утверждал, что если разгадать эту загадку, откроется некое магическое испытание. Он был такой любознательный. Пытался разгадать эту тайну сам, пока не... Может, вы взглянете? Так интересно узнать, что же вы там обнаружите. Где искать эту статую? Она недалеко от Айрондейла. Спуститесь к берегу и идите к старым руинам. Не пропустите. Но хорошо, не сейчас. Я взгляну, если буду в тех местах. Ах, молодость. Буду, буду. Я очень надеюсь, что вам удастся разгадать эту загадку. Если не ради меня, то в память о Гревиле. Огонек надо открывать обязательно. Гревелио. Нужно взглянуть на статую, о которой говорила мадам Крутникс. Прикол, да? Ну, она далеко прям на данный момент. Ну, то есть там не по пути с ней. Погреб, что ли? Не понял. Ой, блин. Ривелио. Второй левел замка. О, сундучок. Хорошо. Тут испытание... О, неужели это испытание Мерлина? Я сам не знал. Ривелио. И в чем же здесь испытание? А, вон он там. Здесь просто как сундучок. Для любознательных. И давай иди. И что же делать тут? Ривелио. Шары какие-то я вижу. О. Акцо! Сломать Ривелио. Шарички. Шарички эти. Один. Одну стопочку сломал. Так. Еще где? Так и не видать. Блин, нифига тут яичек этих. А они, кстати, они довольно редкие. По мне. Спинран жесткий. Акция. С этой штукой передвижение максимально становится быстрым по земле. Просто Ривелио. Ходишь, забираешь этот. А. Давай, давай. Записка. Письмо какое-то, да? Нужно тщательно прошерстить все эти деревни. Ранрак уже отправил
отряды к другим ориентирам. Перебрасывать вас, только терять время. Оставайтесь на месте, продолжайте поиски и будьте начеку. Поиски кого? Меня? Или что? Что надо? Ривелио. Блин, так и... Ну, на испытание Мерлина. Тут мы как бы это сломали, три штучки. Это явно мало, да? И на метле вообще неудобно. А, вон они. Ривелио. Вижу сумку. Моя дымимаска. Ой, дымимаска тут, ё-моё. Ривелио. Так, мы сейчас выполняем одно и сумочку захватили, дымимаску. Вообще прекрасно. Под замком. Три сломали. Может, еще где тут? Нет. Должно же быть не очень далеко, в принципе. Есть. Ну, я вот стараюсь, если я их вижу, то я их это делаю. Так, нам отслеживать не это надо задание, а другое. Взглянем на карту. Я думаю, нам дальше надо уже ползти. Тихоньку. Блин, вон он еще одна. Ну, я знаю, да. Что это такое. Испытание Мерлина. Да пойди ты, блядь. Кажется, там довольно темно. Однако, когда меня это останавливало? А, так котлы вообще простейшие. Вон котел. Вон котел. Два, три надо в минимум. Экспеллиармус! Конфринго! Блин, где-то еще один. Их надо, чтобы они горели вместе. Бывает, блять, вот прям на глазах, понял, и не видно. Один явно тут. Там шарик. Можно лопнуть. Один. Два. И третий. Сзади, может, тут. Здесь что? Ага. Полезность. Конфринго. Два горят. Заныкал по-любому где. Как где заныкал? Немножко непонятно. Блин, ну
Тоже прикольная вещь. Ривелио. Ну, видишь, они рядом, они подсвечиваются. А, он подсвечивается. Да, Ривелио хорошая штука. Теперь главное правильно их. Конфринго! Не успел? Эти испытания Мерлина меня не остановят. Успел. Хороший скилл, мега крутой. Сколько что пройдено уже? Ривелио. Просто такое помещение, типа помещение. Он дорожку не ведет. Ладно. Блять, что-то мне кажется, я... Ого, да чего приятная неожиданность. Чё там? Кто? Ух ты, сука! Ты чё, родной? Акция! Инцидент! Не, ну это вообще верх наглости. С этим я, кстати, забыл реально, что делать. Они вообще никакущие. Ривелио. Почему у меня не ведет эта штука, блин? А, я... Поэтому и не ведет. А, ну я на метле, поэтому и не видел. Я не понимаю, блять, куда лететь? А, ну прямо. Просто прямо. Ну давай. Просто прямо. Да-да. Не удивляйтесь. Привет, пацаны. Да. Заходим. Фелдкрофт. Я почему-то Фелдкрафт записывал. Ривелио. Есть, нету, ага. Понятно. Торговец. Здравствуйте, рад встрече. Доброе. Я Бернард Индиае, владелец магазина. Чем могу быть полезен? Mm-hmm.
А что у вас можно купить? Что вас сегодня интересует? Тут редкости прям продаются. С вами приятно иметь дело. Еще бы. Заходите в любое время, всегда. Приятно видеть вас снова. Я тоже рад встрече. Чем могу помочь? Скажи-ка мне вообще, что ты продаешь? Чем вы здесь торгуете? Рад, что вы спросили. У меня лучший во всей округе ассортимент продуктов животного происхождения. Если не верите, можете пройтись по другим лавкам. Уверен, вы вернетесь. По опыту знаю. Ну да, я бы такого не встречал, чтобы... Как такие... вы открыли свою лавку в Фелдкрафте? Чудесное место, правда? Хотя, признаюсь, я его не выбирал. Это оно выбрало меня. Я вырос здесь. Это мой дом. А лавка... Думаю, профессия тоже сама выбрала меня. Мне всегда нравились волшебные существа, и дочки мои их обожают. Не удивлюсь, если они пойдут по моим стопам. Интересно, зачем вот эти все штучки нужны? Перья вот это сюда. Любопытно знать, что происходит в Фелдкрафте. Можете меня просветить? Это плюс доп должен быть. Нам уже долго досаждает один крайне гнусный гоблин по имени Белгруф Буйный. Буйный, бля. Фелдкрафт граничит с землями гоблинов. Но мы с ними всегда жили в мире до последних событий. Кое-кто говорит, что Белгруф и его гоблины заодно с Ранраком. Но я не знаю, правда это или нет. Как бы там ни было, дела наши из-за них совершенно расстроены. Никто не чувствует себя в безопасности. Это ужасно. Согласен. Что ж, мне уже пора. Спасибо вам. Ривелио! Такой он, кстати. С центральной, видишь, кольцом... На карте. Город. Вы и представить себе не... Да хорош ты. Витя, блядь. С двух ног в дверь. По нашей схеме. Ну я не могу, да? Я буйный, блядь. Как тот гном. Или кто там? Алахамора! Ты что там кричишь? Эти сундучки Ривелио. И прочие безделушки. Не, здесь ничего нельзя. Ну, медленный бег хоть можно. Ух, ёпт. Какое сказочное место. Наглы. Сказочный сундук. Легендарный. Очки. Типа того. Так, колодец, да, 100%? Ривелио. Колодец в Фелдкрафте. Колодец в Фелдкрафте пересох около 400 лет назад во время сильной засухи. К сожалению, в результате этого многие жители деревни погибли. В том числе, по крайней мере, один маленький мальчик, чей отец отказывался говорить в течение многих лет после происшествия. Легенда гласит, что ситуацию удалось спасти, когда группа доброжелательных ведьм и волшебников использовала невиданную ранее мощную магию, чтобы... А, это как раз-таки тот городок. Та деревушка. Так, тут под замком, а этот? Лезь давай. Ривелио! Опа. Лука с оборудованием дроним для квиддича. Это что за прикол? А, я понял. Прикола нет. Где-то сумка там? Сверху, что ли? Или что? Ривелио!
Да, сверху. Сразу и не заметишь. Блин, а как ее? Да, я вас понял. Так. Ну давай, Себастьян. А вот и ты. А вот и я. Наслаждаешься видом? Стараюсь ничего не упустить. Теперь в Фелдкрафте все совсем не так, как было раньше. Здесь стало опасно с тех пор, как сторонники Ранрака начали проявлять особый интерес вон к тому замку. Это замок Руквудов. Мой дядя Соломон — бывший мракоборец, но он не хочет в это вмешиваться. Даже после того, как кто-то из них проклял Анну. Может быть, для этого он даже посмел использовать волшебную палочку. Слышал, что гоблины называют волшебников носители палочек. Гоблинам что, запрещено пользоваться палочками? Интересно, кстати. Вот почему мне так нужны ответы. Чтобы исцелить ее, сперва нужно разобраться, что же с ней произошло. Даже среди нас троих Анна всегда отличалась особой бесшабашностью. А ты ведь знаешь нас с Оминисом. Надеюсь, она обрадуется мне и новому другу из Хогвартса. Может, даже станет немного похожа на себя прежнюю. А что с ней пойдем конкретно? Я отведу тебя к дяде. А что дядя? Дядя же сказал свою сюда позицию, что ему как-то... Похуй. Не? Ну ладно. Сюда так сюда. Раньше в Фелдкрафте было многолюдно. Теперь здесь полно приспешников Ранрака. И жители стараются сидеть тихо. Мы пришли. Моя сестра должна быть внутри. Угу. Ага! Себастьян! Откуда ты? Это то, о чем я думаю? Мы уже говорили об этом. Эй! Смоква не может снять проклятие. Ничто не может. Может, ты этот, пиздишь. Чем скорее ты поймешь это, тем лучше. Но мы еще не все испробовали. Ее нельзя исцелить. Когда ты с этим смиришься? Никогда. Я никогда не смирюсь. Смотри, что ты сделал. Анна, прости. Уходи. Кто еще что сделал, сука? Натуре олень, блин. Ну, он древний маг стоит. Ауф. Извини, что тебе пришлось это наблюдать. Если можно, я бы хотел побыть один. Бедный Себастьян. Не на такой прием он рассчитывал. Давай сначала со мной. Прошу меня простить. Тяжело переносить эти приступы боли. Как ты, Анна? Надеюсь, я тебе не помешаю. Все хорошо, правда. Мне хорошо. Боль от проклятия накатывает волнами и приходит внезапно. Тут вовсе некого винить. Приятно познакомиться. Ты, видимо, новый пятикурсник, о котором говорил Себастьян. Да. Мы с Себастьяном провели весьма яркую дуэль на занятии по защите от темных искусств. А, да, у профессора Гекат. Она могущественная ведьма. И умеет держать в узде таких учеников, как мой брат. И как я, иногда. Я скучаю по Хогвартсу. Но я бы охотно жила и в Фелдкрафте, если бы здесь не было так безотрадно. Эти гоблины возле замка и дядя всегда бронится с Себастьяном, когда он дома. Это больше не уютное местечко, как раньше. Себастьян упоминал, что ваш дядя был мракоборцем, но отказался разбираться со сторонниками Ранрака. Надо сказать, это было неожиданно, он так разозлился. Дядя Соломон раздосадован тем, что случилось со мной, и тем, что Себастьян считает, будто сможет помочь. У них добрые намерения, я знаю, но дядя прав. Проклятие нельзя снять. Я это чувствую. Себастьян не в силах меня излечить. Может, ты поможешь ему это понять? Боюсь, что тут все зависит от Себастьяна. Похоже, он не откажется от своего решения. Остается только надеяться, что вскоре он осознает тщетность своих поисков лекарства. Я в это не верю. Устала. Мне надо отдохнуть. Спасибо, что заглянул. Всего доброго. Угу. Письмо от Себастьяна Сэллоу, адресованное Анне Сэллоу.
Без тебя Хогвартс совсем не тот. Впрочем, Шарп все такой же гадкий, но ты понимаешь, о чем я. Надеюсь, тебе лучше. Себастьян. Ривелио. И записочка еще одна. Письмо от Анны Селлоу Себастьяну. Не трогай мой набор зельевара, он не твой. Понял? Так, поговорим с дядей. Этот мальчишка мне все нервы вымотает. Да? А че? А ты что делаешь? Ты же волшебник, хули ты тут слышишь? Прошу прощения, мистер Селлоу. Ах да, вы же друг Себастьяна. Простите моего племянника. Он не понимает, что пора остановиться. Я собирался навестить Анну, а вы, кажется, были в доме. Как она там? Она в порядке. Сказала, что ей нужно отдохнуть. Ей уже ничем не помочь. Может, вы просто еще не нашли нужное средство? А, вы говорите в точности, как Себастьян. Тоже считаете себя умнее целителей? Ты докажи может, обратное. Целителям ведомы не все средства, сэр. Себастьян изо всех сил стремится помочь сестре, и если средство есть, он обязательно его найдет. Ваша вера в идеи Себастьяна – чистое безрассудство. Анна стала жертвой темной магии, и гоблины уж точно не спешат объяснять, что к чему. Жестоко давать ей надежду. Сейчас мы можем лишь заботиться о ее комфорте и беречь от сторонников Ранрака. Ну, это... да? Я понимаю, о чем вы, сэр. Хорошо. Я знаю, как будет лучше для Анны и для Себастьяна. Они же дети моего брата, такие же упрямые, как он. Особенно Себастьян. Так ты самый упрямый тут, ебать. Если вы действительно хотите помочь, убедитесь, что Себастьян поступает правильно, а не творит, что вздумается. Ну, все, ну, он при своем останется. А мы сами сделаем. Если не остановится. Мы сами все сделаем. Запомните мои слова. Прощайте. Нужно посмотреть, как там Себастьян. Да уж. Ну почему он меня не слушает? Потому что он мудак, бля. Себастьян, как ты? Ну вот, теперь и ты получил представление о том, с чем мне приходится иметь дело. Прошу прощения за дядю. Ну, наверное, правильно хочешь, но он упертый осёл, бля. Он зол, знаю. Но все его поступки лишь желание помочь Анне. Он всегда злится. С тех пор, как умерли мои родители. А после того, как Анна пострадала, он стал просто невыносим. Мне кажется, он винит меня в случившемся. Все твердит, что я весь в отца. Будто это какое-то оскорбление. Я один пытаюсь ей помочь, а он просто махнул на все рукой. И Анна, и ваш дядя, похоже, искренне убеждены, что больше ничего нельзя сделать. Я отказываюсь в это верить. Анна сильно страдает. И не только физически. Она полностью переменилась. Я так скучаю по сестре. И собираюсь вернуть прежнюю Анну. Пойдем со мной. Я покажу тебе, где это произошло. Пойдем. Сторонники Ранрака способны на такие вещи, каких от них не ожидают. Не стоит их недооценивать. Палочку смоил. Весь этот мусор от того, что делается в том заброшенном поместье. Ривелли! Они пытаются что-то раскопать. Я тут. Я все тут, бля. Так, давай засейвимся, на всякий случай. Так, это здесь делается. Сохранить игру и... Вот это мы удалим, а то, блядь, улетим на 2 дня. На 5 дней назад. Вон там, на том плато. Они наслали проклятие на Анну. В чем смысл проклятия? Ну, как бы... Нам сюда. Чтобы что? Ривелио! Я уже вижу по карте. Сколько еще нам копаться в этих обломках? Ранрак знает, что делает. Помогать ему — большая честь. Вот только всех волшебников, как по мне, проще. Акция! Инцентр! У тебя все? Экспеллиармус! Конфринт!
Инцендио! Нихуя вы ослы, бля. Не надо ко мне подходить, пацаны. Неловко получилось, да? Печально. Это очень печально. Да мне похуй, я бронированный. Это было твоей последней. Давай, блядь. Нет! Какая приятная, как медленно! Экспеллиармус! Это даже слишком легко! Акция! Инцендио! Я не успокоюсь, пока ты не сдохнешь! Экспеллиармус! Ты заявился сюда! Конфринт! Дефиндо! Конфринго! Ты меня не остановишь! Левиус! Десцендо! Дефиндо! Это все, что ты можешь? Да, пока, подожди! Давай спокойно! Браво! Не выйдет! Твои заклятия от меня отскакивают! Левиус! Десцендо! Должен признать, лох. Такого я не ожидал. Ну так ёпт. Я пытался тебя предупредить. Ривелио. Ты не пытался, чел. Просто я всех размотал, да и все. Ну ты там тоже что-то напукивал. Базару ноль. Там, кстати, древняя магия выброс. Вон там. Эти сторонники Ранрака получили по заслугам. Полностью согласен с тобой. Именно здесь все и произошло. Среди ночи мы почувствовали запах дыма, а выглянув из окна, увидели, что из окон поместья вырывается пламя. Мы с дядей не успели ее остановить. Анна выбежала наружу и помчалась к горящему дому. Она беспокоилась, что кто-то из жильцов мог пострадать. Она добрая душа, блядь. Лицом к лицу с ордой гоблинов, лихорадочно пытавшихся потушить огонь. И тут кто-то невидимый в дыму произнес ледяным голосом: «Детей должно быть видно, но не слышно». А потом ослепительная вспышка. Дальше. У нее не было шансов убежать. Сдается мне, сторонники Ранрака напали на Анну без причины. Они вполне способны на такое. Но я уверен, что они пытались что-то скрыть. Если они что-то тушили. Думаю, в этом месте должна быть зацепка, которая приведет меня к тому, кто проклял Анну. Впрочем, наверное, хватаюсь за веретенец. Но это может быть единственный способ узнать, что за магия причинила ей вред, и понять, как ее исцелить. Возможно, но сторонники Ранрака везде, а сюда они, похоже, наведываются особо часто. Судя по всему, они что-то тут прячут. И в замке Руквудов. Сейчас разнесем. Нахуй. Все. Ривелио. Похоже, они разбили лагерь именно здесь, не просто так. У них повсюду посты. Кто же тут жил? Это место заброшено, сколько я здесь живу. Говорят, тут когда-то жил хогвартский профессор. Столетия назад. Но это все, что я слышал. Я слышал, такие гоблинские раскопки сейчас повсюду появляются. Странно, что министерство не пытается в этом разобраться. Да ничего странного, они все заодно, сука, блядь. Всегда вооружены и готовы. Наверное. Ну или они прям идиоты. Возможно, смотреть сам дом. Сам дом? Какой дом? А где он? А. Я тебя услышал. Колодец какой-то, да? А ты так умеешь, а? Что-то мне это напоминает. О. Монетки, щит. Камушки. Себастьян. Я все это уже видел. И дом, и колодец, это все знакомо. Как это? Когда? Одну минутку, я сейчас все объясню. А, походу, это тоже вот это дерево. То есть они... Вот это с ролика. А прошлая деревня, да? Они тоже ей помогли. Ривелио. Это когда засуха была.
Ёб твою мать, Ирина. А, нельзя летать. Не понял. А, понял. Себастьян, сюда. Как думаешь, он в таком виде из-за того пожара с ночи, когда прокляли Анну? Может быть. Хотя, как по мне, это сделано преднамеренно. Себастьян, в этом доме когда-то жила преподаватель из Хогвартса сотни лет назад. Кому? Ты о чем? В тот день в запретной секции мне попался омут памяти. В нем хранилось воспоминание об этом доме. Там была маленькая девочка, и было очень су... Хранители показали мне и другие воспоминания. Эта девочка стала преподавателем в Хогвартсе. Да, ее да. Звали Исидора Морганек. И она тоже была хранителем. Что за хранители? И какой еще омут памяти в библиотеке? Ничего не понимаю. Да, это довольно непросто. Давай заново, давай. Даже я все не до конца понимаю. Но вряд ли они хранят что-то безобидное. Они назвались хранителями, потому что защищают некое знание. Это как-то связано с сейфом в Гринготтсе. Скажи-ка мне, я правильно понимаю, что за тобой охотятся Ранрак и Руквуд, потому что у тебя какая-то вещь из Гринготтса, куда тебя забросило через портал? И у тебя есть способность замечать следы древней магии, которую, по-твоему, пытается использовать Ранрак. А теперь ты еще и видишь воспоминания, оставленные хранителями? Ах да, этот дом принадлежал преподавателю Хогвартса, который был одним из этих самых хранителей сотни лет назад. Если бы я тебя не знал, подумал бы, что ты все выдумываешь. Да уж, звучит как фантастика, если так поразмыслить. Но я хочу сказать, что у нас... А вы где живете? ...причина обыскать этот дом. Ты хочешь выяснить, что стало с Анной? А я разузнать побольше о хранителях. Да-да. Взгляни-ка. Чего там? Кто-то неспроста нагромоздил это здесь. Может, хотел что-то заслонить? Есть только один способ узнать. Да. Десцендо! Ой, не то. Депульсо! Ха, лестница. Ривелио. Пошел по комнате дымок. Очкова, ты посмотри как! Зачем было нужно перегораживать лестницу? Надо бы внимательнее рассмотреть, что там. После них тут настоящий бардак. Видимо, они искали что-то очень ценное. Записи из дневника Исидоры Морганек. Я приехал сюда за знаниями, а теперь меня... переполняет желание помочь, сомнение терзает душу. Такое чувство, словно моя магия жаждет исцелять, а я не позволяю ей. Неужто надежды нет? Неужто угрызения совести будут терзать меня всю оставшуюся жизнь? Как смотреть этим людям в глаза и при том знать, что я могла бы облегчить их страдания? Снова. Сегодня снова видела мужчину, напомнившего мне отца. Он покинул лагерь. Разве плохо было бы помочь ему? По-моему, это позволило бы не только применить мое особое умение для благого дела, но и узнать много нового. Похоже, это записи из путешествия Исидоры. Так, подожди. Это первый, а то второй. То второй, а то первый. Вот это. Я уже вторую неделю в лагере. Каждый день привозит все новых больных. Врачи маглы и даже наши исцелители стараются сделать для них все возможное. Скорбь почти осязаема. Те, кто отправился от чумы, никогда не отправятся. Никогда не оправятся от боли утраты. Лихорадка пройдет, кожа заживет, но печаль останется в сердце навечно. Чума какая-то. Я видел мужчину. А, Исидора, то есть у нее было именно. Она научилась, наверное, все-таки исцелять, как я понимаю. Наверное. И может, она как через портрет какой-нибудь расскажет, или как омут памяти будет. Я видел мужчину, который, как и мой отец, потерял ребенка. Это невыносимо. Мне хотелось хоть немного облегчить
облегчить его страдания. Я начинаю думать, что остальные не правы. Я способна помочь этим несчастным. На мой взгляд, оставить их страдать не менее жестоко, чем избавить от мук. Избавить от мук в каком смысле? Понимаешь, вот в самом начале, когда она вот это говорила давно еще, да, в прошлом, на прошлых стримах. Избавить от мук, типа, убить или что? Или реально исцелить? Каким это образом? Это запись из дневника Исидоры. Оставлю-ка ее у себя. Ривелио! Ёб твою. Де пульсо! Ривелио! Ты не поверишь. Я вижу крипту. Грезишь? Та комната. Со мной такое тоже бывает. Шизофрения. Признаю, звучит нелепо, честно, но... говоря, меня уже ничего не удивляет. Логично. Я вижу крипту сквозь эту каменную стену, будто в окно. Такое случалось и раньше. Я тебя внимательно слушаю. Думаю, это из-за моей способности видеть следы древней магии. Но ты же сказал, что толком не понимаешь эти способности и не можешь их использовать. Ну, видишь, уже понимаю немножко. Я пока не знаю, как все это понимать. Но я точно знаю, моя способность позволяет перемещаться сквозь окна, что я вижу. Постой-ка. Значит, мы можем попасть в крипту прямо отсюда? Ха, Оминис будет поражен. Можем. Но пока лучше держать это в тайне. Даже от Оминиса. Лучше мне в соло идти, мне кажется. Что ж, тогда давай проверим этот невидимый тайный древнемагический проход. Ты же бесшабашный, блин. Поехали. Интересно. Чего вдруг дверь привела нас сюда? Себастьян, гляди! Пам-пам-пам. На что похоже? Зачем прятать триптих здесь? Такое ощущение, будто мы что-то упускаем. Тут записка. Давай посмотрим. Изображение руны какое-то, да? Ну-ка, компас типа, что ли? Непонятно. В записке нашлось что-то полезное? Не. Рунический символ. Точно такие же использовали хранители. Я тут подумал. Много лет назад в этом доме жил один из хранителей, а потом появился Ранрак с прихвостнями, чтобы все здесь обыскать. Ты говоришь, что гоблины могут использовать некую древнюю магию. Как думаешь, может, на Анну пало какое-нибудь древнее проклятие? Конечно, наверняка тут не скажешь. Но лично я сомневаюсь. Следов древней магии возле твоей сестры не видно. Что ж, ладно. Но это не значит, что она тут не замешана. Мы все еще слишком мало об этом знаем. Верно. Может быть, этот триптих поможет нам найти ответы? Тогда нам нужно разобраться, в чем там дело. А я пока встречусь с Оминисом. Не беспокойся, я ничего ему не скажу. Я говорил, что, возможно, у Салазара Слизерина был тайный скрипторий. Здесь, в Хогвартсе. Нет, пожалуй, стоит его поискать. Есть идея, где бы он мог находиться? Понятия не имею. Оминис только об этом узнал. Я расскажу тебе, если что-то выясню. Я думал, мы просто навестим Анну, а вон как все вышло. Мне надо привести мысли в порядок. Но я рад, что ты мне все рассказал. Я с тобой свяжусь. Жди вестей. Ривелио! Везде восклицательные знаки, блин.
14 основных заданий еще. 8. Даже это 10. 14. 20 заданий. Мы сделали еще 14. Задачи. Угу. Неизвестный этот. Четыре таланта также оставляем. Здесь он, кстати, не кастует. Переворот быстрый. Давай выйдем. Здесь все так же. Угу. Хорошо, давай посмотрим. Что там по заданиям у нас? Сколько у нас денег? Две. Мало. Давай в эту нашу любимую. Нашу любимую эту. Вручай комнату. Давай дуласа наделаем. Грозовой сделаем. Ну, долго варится. Минуту с чем-то. Тогда выявим предмет наш. Так, чекнем. 61 повышает урон наносимого с помощью конфринга. Оно и так сильное, прикинь. Ну это вообще улют, я бы сказал. Не то. Ну да, нормально. Интересно, что по допам? Вот пиявочный сок я пока не трачу. А у меня есть даже зелье невидимости. Одно. Пойдет. Хорошо. Я бы в город сгонял. Давай все-таки дождемся вот этого зелья, чтобы... Не, по 100 раз не ходить.
Есть. Так, задание сначала посмотрим. Тентакало. Вот мы его как раз можем посадить. Тентаклу. А, давай. Хоксмит. Купим большую редку, но там душка стоила. Семена у нас вроде имеются, но не факт. Если на свете местечко уютнее Хоксмида. А я думал, когда вы снова зайдете? Угу. Есть. А, ну и вот эти хотел, да, типа. Магический рецепт. Стол для горшков с большим горшком. С двумя. Вот, две сразу. Увек 3000. Бам! 3000 такой останется, лол. Всегда лол. Приятно найти то, что нужно. Правда же? Нам не впервой идти в All-in. В All-in, так сказать. Ты теперь моя, Дэмми Маска. Чё? Что тут у нас? Дэмми Маска. Где? Подожди. Дэмми Маска. Если ищете что-то определенное. Дэмми Маску ещё. Ривелио. У него триггер срабатывает, но мы, бля, понимаешь, я тут был. Я не знаю. В чем прикол? Вот. Дэми маски здесь нет. А он про нее говорит, значит, она тут где-то есть. Вы где? Это другой вопрос. Какое-то, сука, волшебное знание, блядь. Давай, выручай комнату. Поставим этот... большой. Погоди.
только что ставился. Используется приготовление фокусирующего зелья. Здесь именно выросли, можно приобрести. Это я уже все у меня куплено, да? Да, класс. Давай две. Блин, трэш какой-то нах. Кайфы. Я всегда поражаюсь каждый раз. А ну? Ну ты чё? Давай.
Ну так тупо, блядь, я не понимаю. Ривелио! Трэш. Ну, пускай так стоит, я не знаю, что у меня вот здесь есть, где, ну там, вот тут есть место. Долго, бля. Хотя не очень, наверное. Ага, хорошо. Так, ну мы все посадили, эта хрень растет, у нас как бы все нормально. Угу. Это на следующем стриме надо уже делать. Испытайте ее в деле. Это допы. Ему 8 надо еще, да? У нас только сколько-то в инвентаре лежит, типа... Старый квест уже реально тоже. Я думаю, на сегодня все. Такой стрим. Мы побывали вообще во всех местах в мире, бля, мне кажется. Трэш. Мы побывали, получается, вниз карты, мы проходили Айрондейл и как раз-таки Фелдкрофт. Огонек у нас тут есть, это хорошо. Испытание Мерлина тут 4 штуки целых. Выброс древней магии.
Мы еще тут не были. Мар, ну, какой-то, да? По вот этому маршруту мы не ходили. Мне кажется, очень интересно. Ну, так, нормально. Много чего сделали. Я уж не помню, что мы тут понаделали. Лодгак. Да, кто он? Гном? Не гном. Гробница ведьмы, да? Шлем мы искали. Нашли. Не нашли, точнее. Сокровище в картине Хогвартс. Это доп. Нашли форму историка там. Поселение Рендейл и Фелдкрафт. Да, Анна. И мы почему-то оказались в этом. Кинбридж даже. У нас тут где-то есть. Да, вот он. Это уже как первая часть пятой серии, да. И подводный лут в той серии был. Ну, такой сегодня длинные стримы были. Ну, был бы это один стрим, конечно, да, было бы еще дольше. Так, два стримчика нормально. В принципе, пойдет. Получается, следующий стрим мы делаем, наверное, какую-то задачу. Вот эту, наверное, доделаем. С Диком, значит, мы будем пользоваться, учиться этими. Сумка этой, как я понимаю, да? Ну, может, простейшие вот эти квесты сделаем. Вот эти два. Хотя не знаю. Или вот это Аделаида тоже неплохой квест. Отмечу я его, да? Ну и все, наверное, уж. Может, тут все продавали, да? Ну и сколько с ними я уже гоняю? Что-то не падает нифига. Перч уже 69-й, а наряд 49-й. Да и накидка тоже 45-я. Обновление для метлы, кстати, должно быть где-то вот здесь. А, вот сметая конкурентов. Влетные испытания, да. Ну, тут есть что делать. И... интересно, что делать. Еще у нас же под вопросиком 4 задания, по сути. Ну, то есть, будет, как я понимаю, мы это сделаем. Потом мы с Себастьяном, наверное, следующий будет. Вот этот. Потом еще 3. Не знаю, каких. Ну, как-то так. Все, сохраняем игрушку. Так, 21.38. Угу. Ну все. Хорошо. Выхожу из игры. Какая вот серийка. Длиной в 2.30. И первая часть пятой серии, не знаю, как сказать. 2.19. То есть всего 4.40-50. Ну, как-то так, да. Все, всем спасибо за просмотр. С вами был Ваня, канал NMList. Будем проходить дальше Хогвартс. В принципе, так, если прикинуть, то завтра, да, 18 числа, 18 января, стрим по Хогвартс. Шестая уже серия будет, получается. Очень хорошая игра. Ну, что-то вот у нее с оптимизацией прям беда.